Раз, два, три, проверка звука. Есть контакт? Так, отлично. Сейчас я тут еще жду гостя. Пока народ подождем пару минут. И начнем. Да, сейчас начнем уже, через пару минут. Так, по поводу звука. Звук есть? Меня показывает все хорошо. Да, гости пока нет, что-то там. Только что разговаривали, должен был присоединиться. Ну ладно, не будем больше ждать. Присоединиться попозже, значит присоединиться. Так, секундочку. Подключаю тогда. Так, меня видно вроде? Где сейчас настроим? Скрин экрана на всякий случай. Так, можно приступать. Запускаю все. Всем привет! Сегодня у нас 16 ноября.
17 года. Так, комментарии читать не буду, а то я зашьюсь. Так, тема у нас сегодня — выбор товара. В прошлый раз я рассказывал про запуск товара. Постоянно все меняется. С выбором товара, в принципе, то же самое. Я бы не хотел сегодня уточнять, какие группы товара хорошие, какие плохие. Хорошие — те, на которых можно зарабатывать, те, которые имеют высокую маржу и минимальные вложения. Потому что если мы это видео будем рассматривать для профессионалов, у них будет представление абсолютно другое. Вот, ну, абсолютно. Нет одного критерия определенного, по которым работают все. Мое мнение: для начинающего должны быть цели и задачи одни, для продвинутого цели и задачи другие, для инвестора третьи, для производителя четвертого, ну и так далее. Вот, если рассмотреть на начальной стадии любой товар, мне кажется, надо нам обязательно смотреть на то, что насколько конкурентна ниша, так скажем. То есть вот у меня есть, ну, точнее, мы ведем как бы статистическую таблицу. В этой таблице собраны, на мой взгляд, жирные ниши. Достаточно редко приходят люди, которые в эти ниши не входят. Ну, это если откинуть трендовые товары, новинки. В основном такие товары, которые просто хорошо продаются на Амазоне. То есть там прыгалки, диффузеры, там мячи для собак и так далее, там Dog Toys, то есть самые-самые-самые обычные товары. Вот. Но так как я веду статистику не отдельных товаров, я веду статистику ниши. Ниша постоянно меняется, она живая. И тот товар, который сегодня не востребован по какой-либо причине, конкуренция очень сильно убила маржу, нет новых совершенно моделей, не сезон, абсолютно разные. Вот, то не факт, что через 3 месяца или через полгода ниша не станет очень интересной. Мы сейчас только что по этому поводу как раз разговаривали, что очень часто волнами приходят люди с одними и теми же товарами. Это говорит о чем? Методика поиска товара очень похожа, вот, и все выбирают одни и те же товары. Вот, потому что выбирать можно абсолютно по-разному. Я не буду сейчас начинать рассказ о том, как делать элементарные вещи, то есть, в принципе, аудитория у нас, мне кажется, подготовлена. Вот. Но если не подготовлено, абсолютно большое количество видео в интернете по элементарным действиям, там, я не знаю, взять что-нибудь типа, забыл программ, как это называется. Ну, у меня Амзоскоп наподобие, то есть смешер какой-нибудь, то есть по нему там смотреть, бестселлеранг и так далее. Я сейчас хочу... Точнее, для меня многие моменты, в принципе, непонятны, когда люди не понимают, как выбирать товар. Это нормально, потому что когда я начинал, я также этого не знал. То есть я просто не понимал. Сейчас на данный момент очень часто я смотрю даже не на продажи, смотрю даже не на вот эти вот таблички, эти программы, а смотришь просто, заходишь в группу, в таблицу и смотришь просто, какие бестселлеранки. То есть это настолько читабельно, настолько понятно, ты уже понимаешь. Если бы еще где-нибудь брать точную статистику, что такое в Health Person Care там, 2000 бестселлеранг, в спорте 1000 бестселлеранг, там, в Home and Kitchen 500 бестселлеранг, и ты понимал точно. Ну, это, в принципе, достаточно легко на самом деле. Люди там торгуют, можно просто эту таблицу вести, у меня руки до этого не дошли. То есть, ну, раз в месяц собрали, сколько сейчас в этом месяце бестселлеранг в Home and Kitchen, там, я не знаю, там, 500. Уже от этого можно отталкиваться, там, 2-3 взять, 2-3 точки. И все, и не нужны никакие программы. Вот, потому что люди выбирают по-разному, особенно новички. Очень дотошно. Считается такая вещь, что товар – это самое важное. Товар – действительно важная вещь. Расскажу, как я, например, выбираю товар, и всем, кого консультирую, расскажу. То есть все достаточно просто. Есть несколько фильтров. Вот. Я раньше вникал, какие там изменения можно сделать, что улучшить. Сейчас абсолютный поток. Никаких этих вещей вообще на это внимание не обращаю. Просто смотрю, первое, достаточно простой отбор. То есть беру эти же программы любые, ну, Амзоскоп в первую очередь я пользуюсь. Вот, и делаю отсев по некоторым показателям.
Первый показатель для меня – это просто емкость ниши в данный момент. Емкость ниши в данный момент, я посмотрел, сейчас хорошие продажи. Для меня нормально в нише, когда ну, хотя бы там около 30 и выше в среднем продаж на первой странице, предположим. Я понимаю, что Амзоскоп врет, он занижает, и продажи в 50 спокойно будут равняться 100. То есть мне это устраивает. Я как бы уже заложил, по многим группам товаров мы с этим сталкивались, показывает 40, на самом деле 90. То есть это интересно, ничего плохого здесь нет, такой приятный бонус. Вот, параллельно я, естественно, смотрю стоимость товара. На данный момент товар в районе $10 проблематично торговать, потому что много моментов add-to-item происходит, много моментов связано с демпингом. И вот эти вот моменты на супер дешманском товаре, как бы мы, хоть за цент мы будем его брать, все равно заработать там сложно, потому что фи будет с $10 в любом случае в районе 4,5-5 долларов. И заработок за цент мы, естественно, товар не найдем. Мы найдем товар, в лучшем случае он будет в доллар вкладываться, то есть максимальный наш заработок, грубо говоря, $4. Это великолепный результат, но так как в нишу вход дешевый, соответственно, ее заполонят максимально быстро. Вот, как правило, такое происходит. И эти $4 в конечном итоге превращаются в доллар. И получается, даже мы доллар вложили, доллары заработали, 5 отдали Амазону, там 4,5. Ну, просто бизнес за доллар, он не имеет смысла. Это слишком очень много рисков, что товар может не выстрелить, товар может не зайти. А выхлоп маленький. Почему многие начинают ориентироваться от продажной цены, я тоже не понимаю. То есть там надо торговать товаром за 30, за 50, это тоже не имеет значения. Главное, сколько мы зарабатываем. Вот. И надо вот это найти баланс. Соответственно, я смотрю объем продаж, смотрю, почем он продается, и еще смотрю Google Trend. То есть смотрю, что будет с этим товаром через несколько месяцев. Потому что я торговать, понимаю, буду, ну, в лучшем случае, месяц через полтора, через два. И все мои продажи, пока я раскручу, там это 3-4 месяца вперед. Вот, надо это планировать. Я всегда иду на повышающем тренде. Есть кто любит на понижающем тренде из-за того, что там типа легче конкурировать. Не знаю. Мне это не нравится, я так никогда не делаю и никому не советую. Вот, перспективы в этом бизнесе, ну, есть, конечно, люди, которые туда идут за 10 продажами в день, и их это устраивает, и у них задача, главное, минимально вложить денег, а не максимально заработать. У меня все-таки вот это. Но вообще, весь смысл всех этих действий, которые я сейчас назвал, для того, чтобы отсеять первую группу товаров, которые мне, в принципе, не интересны. Я ее отсеиваю. У меня остается, например, там 50% товаров, которые меня устраивают. То есть, хорошие продажи, хорошая продажная цена, там, хорошее соотношение отзывов. Ну, опять отзывы. Что такое отзывы? Если мы смотрим на отзывы, соотношение большое количество продаж к маленькому количеству отзывов, это, конечно, великолепно. Но чаще всего это бывают молодые какие-нибудь ниши, трендовые товары, очень рискованно. Приятно, когда в такой зрелой нише вылазят, видно, новички, у которых там до 100 отзывов и приличные продажи. Неплохой намек на то, что гипотетически мы бы могли там тоже оказаться. Но это вот. Вот опять ищем баланс. Я никогда не смотрю там у конкурентов 10 тысяч отзывов, я, наверное, в такую нишу не полезу. Но меня больше не отзывы пугают, меня больше пугают однозначно бренды. Вот, бренды, связанные с Амазоном, бренды мировые, бренды американские, так как я на американском рынке торгую. Я понимаю, что отзывы я могу побороть. Есть склейки, есть неверифай. Какие бы они сейчас гнилые не были, но в любом случае с неверифай настроится все это, будет нормально работать. Как стратегия работала, так и будет. Просто есть какой-то переходный момент, когда надо перестроить алгоритм, когда надо найти ошибки, которые Amazon нашел, и нас за это, так скажем, наказывает немножко. Вот. Ну и двигаться дальше. Потому что это из той же серии, что Verify все равно никуда не уйдет. Но это главное полезное действие. На Амазоне есть несколько полезных действий, таких очевидных. Виш-листы, есть там купоны, покупка за купоны, есть, соответственно, фактический покупки, есть там еще какие-то вещи. Все, их так, не такой уж большой набор. И Amazon, соответственно, их, скорее всего, я так понимаю. Я не программист, а этим не занимаюсь. Вот там у нас Евгений как раз подтянулся. Все, их так не такой большой набор. И так. Amazon, соответственно, их, скорее всего, я так понимаю. Жень, выключай. Потом меня добавишь. Я тебе дополнишь меня более частными такими моментами. Ну вот. И получается у нас такая ситуация, что
мы отсеиваем первую группу товаров. Мы ее скидываем. И для чего это делать? Для того, чтобы вторая, вот оставшаяся часть товара, она идет у меня на обработку маржи. Это для меня самый важный показатель. На данный момент сколько я могу там зарабатывать? Есть несколько приятных звонков, неприятных звонков. Приятный звонок для меня однозначно в данный момент. Вот в данный момент мы продаем товары. Уже много товаров таких я зацепил. Это главное, чтобы для меня лично топовый продавец, желательно бестселлер или еще кто-то, естественно, не бренд, как я сказал, какой-нибудь там всемогущий, вот, он торговал больше всех и был дороже всех. Если это такое, пускай даже все остальные, там, например, он продает, там, я не знаю, не бестселлер ранг там 500, а у всех остальных там 2-3 тысячи. Это нормально. 2, 3, 5, 10 там, и так далее. Это нормально. То есть мы какую-то свою нишу найдем. Кусок, может, у него отцепить сможем. Но хуже всего звонок тогда, когда вот этот бестселлер, самый крутой продающийся продавец, у него самая низкая цена. Или он демпингует, или он что-то такое делает. Да, конечно, если это новичок, если мы видим, что там какие-то непонятные серые схемы, то мы внимание не сильно обращаем. Но это насторожить может, потому что он даже новичок и все равно это сделал. Невозможно раздавать в день, например, по 100 штук. А мы смотрим именно на топового продавца. Вот, из-за этого, если топовый продавец продает много и продает дороже всех, это неплохо. С одной стороны, это вообще очень хорошо, но так как мы столкнулись со всякими черными схемами, конечно, это тоже может насторожить, потому что они, может быть, нишу держат. Ну, не знаю, тут я затрудняюсь сказать, в любом случае, вариантов нет, надо пробовать. А второй момент, самый худший, это когда вот реально старый продавец, которому там год, например, 2 года, и видно по кипе, что он серьезный продавец, он торгует дороже, дешевле всех. А еще хуже, когда он давно дешевле всех торгует. Если недавно, может быть, какая-то у него причина. Надо посмотреть всю историю, надо посмотреть стратегию, как он это делает, почему и на каком основании. А, и для чего. А второй момент, это, естественно, у нас связано с тем, что новичок. Опять же, мы это можем откинуть. Но если все вот складывается так, что он просто тупо торгует дешевле всех и держит, ну, там нам делать нечего, потому что заработать будет там сложно. Вот. И все. Когда я уже отсеял, первый этап отсеял, там, смотрю, что мне сделать дальше, я иду на Алибабу. На Алибабу закидываю один товар, группу товаров, все, закинул. Чаще всего у меня получается до недели. Там все просто. Переговоры абсолютно простые, очень сухие, никакой воды, никаких там переписок и все остальное. Мне на это ни желания, ни времени. Сейчас мы вот взяли человека, он нам очень сильно в этом помогает, но помогает на тот момент, когда я уже отсеял продавцов. То есть она уже мне начинает. Потому что я с языком не дружу, и все-таки лучше все-таки ставить фильтры. Ты более жесткий в этом отношении. Ты человеку ставишь задание, человек добивается результата, он доволен, он зарплату получил, и китаец как бы нормально. А когда сам этим занимаешься, десятки переговоров ведешь, там доллар 10, доллар 20, доллар 15, да пофиг. Давайте быстрее, давайте быстрее, давайте быстрее. Вот, и, ну это по крайней мере у меня так. Когда вы будете, там я не знаю, десятками, ну даже не десятками, даже 5-10 товаров, это очень много. Вот я сейчас столкнулся с этой ситуацией, просто очень много, такой вал. Вот, какие-то удачные, какие-то неудачные, какие-то очень хорошие, какие-то очень плохие. Начинается уменьшение концентрации. Вот, я лучше человека все-таки потихонечку вот набирает людей, которые будут за меня закрывать какие-то позиции. А если они классные люди, то их постепенно можно обучать, и чтобы они эти позиции закрывали более сильные. Не обязательно это филиппинцы, не обязательно это там, я не знаю, обычные люди, которые разговаривают на нашем языке, на английском. Да, идеально, когда он еще и на китайском разговаривал для перевода, для общения с китайцами и знал их менталитет. Но я таких не знаю, я работаю с теми, кто есть, меня не устраивает, потому что для меня больше, более важно это профессионализм, это вот достижение результата, потому что я сам это как бы делал и сам достигал, и без знаний даже английского, и никаких проблем особых нет. А если человек знает английский, но и все эти моменты, и он дотошный, он классно ведет переговоры, специалист, и в теме, и вникает в эту тему, это гораздо важнее для меня лично, чем просто тупо знание языка, и что, ну, знает он. Вот, для меня это не столь важно. Вот, будет рост у нас какой-то такой более важный, мы будем, естественно, в Китае людей нанимать. Но пока на данный момент в этом необходимости нет. Опыт показывает, абсолютно человек справляется на 99%. Может, даже на 100, я не знаю, мне все устраивает. И по времени, и по срокам, все остальное, еще и передачу успевает на обычной своей работе поработать. Вот, ну, как бы развиваем.
Все, я, соответственно, закидываю письмо. Письмо болванка, простая, представился. Мы не сказал ни должность, ничего. Я такой-то, такой-то. Занимаемся продажами товаров на Амазоне, предположим, там, США. Меня интересует. То есть вторым предложением я должен заинтересовать, чтобы мне ответили. Потому что эти письма мы даем для того, чтобы получить маржу. Невозможно на Алибабе понять точную маржу. Этими письмами, там, по-моему, в день до 215 или 20 писем можно послать. Вот, одной пачки достаточно. Я раньше тысячами даже слал. Но этого на самом деле не обязательно делать. Вот, потому что можно заходить, смотреть, на чем торгует продавец, отсеивать, естественно, этих трейдинг, ну, то есть продавцы, которые не пишут даже, не удосужились написать мануфактуру трейдинг, я их просто откидываю. Просто трейдинговые компании я чаще всего не беру, если большой ассортимент. Если он маленький, конечно, и с трейдингами переговоры веду. Потому что мне все равно основная задача на первом этапе – получить маржу. То есть это я пишу. Меня интересует стоимость пробной партии, 1000 штук. 1000 штук – красивая цифра. Чаще всего я 1000 и беру. Вот, чаще всего намного больше берем, то есть мне что-то предлагают, какие-то другие ассортименты. Но это опять зависит от вашего бюджета вложений. Вот, надо вкладывать там, я не знаю, там 5-10%, не более того, общий ваш бюджет, чтобы это вам, то есть особенно на, особенно если у вас ограниченный бюджет. Вот, я тоже очень аккуратно этим занимаюсь, но бывает просто классно модели предлагают, то есть бывает 2-3 модели берешь. Но, честно могу сказать, лучше так не делать. Лучше концентрироваться на одной, сделать ее. Есть результат? Нет, неважно. Концентрируешься уже на другой. То есть, ты, если классный результат, туда делаешь до конца, а следующий, ну, то есть, пошагово переходишь. Потому что вот у меня уже есть негатив, что я слишком много набираю товаров, и я понимаю, товары классные, но у меня один запустился легко просто. Я вижу легко, и мне на второй уже лень просто. Ну, доторгуется он там, я деньги свои верну, и слава богу. Вот, то есть такой подход, и я, получается, как-то не дорабатываю. Я чувствую, не дорабатываю, но и опять же, теми услугами, которыми я пользуюсь, я не могу одновременно на кучу товаров заливать и отзывы, и выкупы, и все остальное. То есть это есть сложность своя. Ну вот, переговоры, значит, 1000 – это количество, и куда доставить. Потому что для меня важны основные затраты. Основные затраты, постоянные, точнее, затраты – это доставка и производство. Вот. Два вопроса меня еще беспокоящие, я туда записываю. Это мне нужны живые фотографии товара. Вот. И второй момент, мне нужно понимание срока производства этой партии. Это для меня самый важный вопрос. От этого оттолкнувшись, я, в принципе, на следующий день получаю ответы там, от 2-3 компаний там, в течение 2-3 дней, если это не выходные, не праздники. Соответственно, я получаю где-то процентов 20, наверное, 30 ответов. Из них отсеиваю еще, наверное, половину, потому что ну, бывают какие-то неадекваты, бывают вещи, когда нам рассказывают о том, что отвечает на наши вопросы другими вопросами. Но если люди грамотные, четкие, сразу все по пунктам расписывают, дают фотографии, ну, вопросов нет. Соответственно, мы дожимаем, получаем там 5-10 вариантов, смотрим по ценам. Как правило, я не знаю, 90% все одно и то же. Примерно одно и то же. И по фотографиям, и по ценам ничего не поймешь. Вообще ничего не поймешь. Вот, я, у меня как бы есть в Китае посредники, я на консолидацию им отправляю товар. Отправляю товары, они, соответственно, их проверяют, и я уже принимаю решение. Все, и на этом этапе, когда вот мне много-много образцов, то есть я потратил на один товар примерно неделю, на второй, на третий, то есть из-за этого я и говорю, что у меня первый отсев просто откидываю, чтобы я с Китаем не работал, второй отсев я откидываю по марже, и потом, когда я прорабатываю, у меня уже есть образцы, у меня уже есть все, и мы принимаем решение. Вот, в принципе, схема именно таким образом выглядит по выбору товара. Если вернуться к вопросу непосредственно выбора товара. Первое, самое основное, конечно, это так, когда я начинал, я запустил вот эту свою тему, связанную вообще понять, что на Амазоне продается. Огромное количество людей просто мучаются. То есть я потратил полгода в несколько этапов, потому что времени не было. То есть на начальном этапе я потратил больше 4 месяцев, чтобы набить таблицу. Просто таблицу жирных ниш, что, в принципе, продается на Амазоне. Мне было очень важно понять, в принципе, от чего мне оттолкнуться. Куда мне идти, зачем мне идти, где выше конкуренция, где ниже конкуренция. И когда спрашивают по категориям, я не люблю. Home and Kitten больше всего не люблю. Спорт не люблю. Не люблю бэби, не люблю детские игрушки. Детские игрушки не люблю, потому что там куча документации. И бэби то же самое.
огромное количество всяких сертификатов, разрешительных документов, всяких нюансов. Это как, например, выбираешь товар. Ну ладно, не буду отвлекаться потом. Вот, вот это я из-за этого не люблю. Плюс огромная ассортиментная линейка. То есть выделиться там, в принципе, невозможно, потому что все делают совершенно разные. Следующий – это Home & Kitchen. Ну, там просто огромное количество товаров, все одно и то же. Все, маржи практически я, по крайней мере, я лично толком найти не могу. Очень тяжело. Кто к нам обращается, по статистике, это в первую очередь оттуда. Вот. Спорт – то же самое. У меня из жирных ниш спорт номер один по количеству жирных товаров, которые реально классно продаются. Вот. По какой причине? Я не знаю. Вот эти группы я не очень люблю. Вот. Есть, например, вот в этом отношении, вот закончу по таблице мысль, а потом вот именно по товарам. Таблица, соответственно, я веду вот эту статистику, я понимаю, как, что, куда, то есть какое движение идет. Почему? Потому что для меня представление такое, что именно ниша меняется постоянно. Не только сезонный тренд. Бывает просто тренд какой-то, что-то, какую-то новую штуку, фичу придумали и нишу целую подняли. Или нишу, группу товаров подняли, которые, в принципе, когда мы анализируем нишу, мы заходим, и один-два товара тащит всю нишу, мы, соответственно, углубляемся, и получается отличная подгруппа. Вот. И, пользуясь этой таблицей, я как раз, как Амазона, по большому счету, пользуюсь, только в сжатом формате. То есть не трачу абсолютно на это время. Вот. Что хотел сказать по таблице, это вот это. Потом таблица какой плюс, это... Однозначно то, что мы ведем статистику, когда мы выбираем товар, основные ошибки какие? Для меня лично самый обалденный выбор товара – это межсезонье, это октябрь и апрель. Ну, примерно, то есть вот эти вот. Потому что я вижу основные продажи, для меня лично, с чем я сталкивался, это зима и лето. Два пика. В лето – летние товары, зимние. Но, например, осенних и синих товарах я не видел, не существует. Они какие-то между. То есть они на спаде или на подъеме происходят. В эти времена самое оптимальное. Ну, мы, естественно, этого не делаем, потому что не всегда так получается. Вот, мы делаем, например, ошибки январские, там, диффузеры все видели, ошибки летние, я уже не помню. В этом году что-то мне систематические ошибки не попадались, не вспомню. Но это постоянно одно и то же. Постоянно. Люди меняются, но причина одна. Потому что все эти программы, они заторможены, они показывают там за предыдущий месяц, они разные моменты, там продажи еще идут. И многие забывают, что мы будем продавать через несколько месяцев. Вот. И за это нужна статистика. Статистики ее нет. Это, то есть у нас, в принципе, уникально, я считаю, вот в этом отношении. Есть FBA Toolkit, там за какие-то бешеные деньги они дают эти данные о том, сколько вот именно статистической выборки, но я ее ни разу в жизни не видел. Она там чуть ли не $1000 там что-то стоит. Ну, можете посмотреть. Статистика нужна. То есть надо понимать по-хорошему, в идеале, если вы выбираете в январе, какие продажи будут, например, там в апреле или в мае. Это очень важно. То есть вот у нас там как бы две вот эти вот направленности. Это просто жирная ниша, в принципе, понимать. Многие мне ученики говорили, там в жизни такие товары бы не придумал. Потому что как это отбиралось ниши, все эти, это и eBay, и хот-релизы, бестселлеры. И в первую очередь это было проведено просто каждая группа, подгруппа, по-подгруппе и так далее. То есть все подряд, вот с левой стороны, что у нас Amazon выдает, все подряд это было. По поводу еще некоторых моментов, плюсов и минусов товаров. Для меня лично, вот, я больше при, как, кстати, некоторые боятся техникой заниматься, у многих всякие есть ограничения, я вот этим буду заниматься, я вот этим не буду заниматься. По технике, ну, я ни разу еще не слышал, ни с кем не сталкивался о том, что какие-то с этим великие проблемы. Ну, помимо качества, если качество нормальное, нормальный производитель дает от 100%, там, у меня есть даже кому 0,8% всего дают на брак, потому что есть кто дает большие, ну, я не знаю, там, брак у них много, но они как бы письма рефаун дают, и они, соответственно, их возмещают. А есть кто непосредственно дает всего 0,8. Я говорю, мы знаем, как работает Amazon, и мы не любим это, мы не можем себе позволить, мы хотим прогнозировать свою прибыль, и мы, соответственно, выставляем определенный процент. То есть каждый раз они просто отдают определенный процент. В принципе, я ни с кем не сталкивался, у кого глобальные проблемы с этими возвратами техническими.
Все зависит, естественно, от прибора, от производителя, от всех этих моментов. Но более-менее все или хорошо, или нормально. Вот. Еще момент. Обращайте всегда внимание и думайте о том, что есть товары, которые практически не меняются. Ну, я не знаю, вот мне нравится полотенце, одеяло, вот, и все остальное. Но их никак не изменить. Ну, есть там 2-3 вида материалов, с которых делать. Есть там 2-3 вида размеров. Есть даже полотенца там Huby Towel, там, я не знаю, там Baby, там, для детей, для взрослых, для бани, я не знаю, для спорта, там, для душа. Ну, и все равно их 10-20 номинований. Но самое главное, не разнообразие даже. Самое главное, причины изменять, их особых нет. Цвет поменяется, упаковка поменяется. Да хоть, я не знаю, бархатная там коробка положится, понтов от этого никаких. А вот, например, телефоны или какие-нибудь технические приборы, они намного чаще меняются. Да, технические приборы есть разные. Есть, которые очень часто меняются. Например, ниша прогресс пошел, там какие-нибудь для умного дома, там развивается тема, там или еще что-то. Там смарт какой-нибудь, там вот эти моменты. А есть, которые умирают. Какие-нибудь радиоприемники или еще что-нибудь. Такие вещи, которые были там 20-30 лет назад. Но все равно и то покупают и продают. Будильники те же самые, там часы. Огромное количество таймеры, огромное количество измерителей влаги, там, температуры и всего остального, все это продает. Но надо понимать, какие-то вещи уже тренд спадает, то есть этот товар в перспективе уйдет. Например, были аналоговые, стали там, или, ну я не знаю как, то есть как, где-то механика, где-то электроника, то есть, ну надо смотреть, а кто-то наоборот классику любит, я не знаю, то есть надо уже смотреть, кому что нравится. Вот, и... приборы намного чаще меняются, или какие-то новые товары, которые намного чаще меняются, раз в год меняются, а не раз в 2 года. Это более интересно, потому что любая, как вот у нас, любая кастомизация нам не по карману. То есть или та кастомизация, которую делают в основном, это там изменение упаковки, изменение каких-то элементарных вещей, цветов, ну то есть все. Мы не можем заниматься промышленным дизайном, мы не можем заниматься серьезными вещами, кроме как какую-то фигню там поменять, и, как правило, покупателю абсолютно глубоко наплевать. Он посмотрит, в первую очередь, на фотографии, посмотрит на количество отзывов и примет решение. Все, а то, что у вас ручка была, у нее пластиковая, у вас прорезиненная, ничего сильно не повлияет. Как правило, даже изменения еще меньше сделают. То есть, там, изменение цвета, коробку там добавить, так вообще беспонтовая вещь. Вот и все. Из-за этого надо понимать, что когда вы выбираете товары в нишах, даже где там 5000 отзывов, iPhone 7 был, стал iPhone 8. Было 10 тысяч отзывов, стало 2 отзыва. И всем наплевать. Все будут, пойдут iPhone 8 брать. Или Xiaomi был там 5, стало 6. Пойдут 6 брать. Ну, то есть, вот принцип именно такой. То есть, обращайте внимание на товары, которые постоянно изменяются. Вот с ними работать проще. И идеальная кастомизация, когда вы берете, не сами разрабатываете, а китаец сделал, а вы хапнули эту модель. Хапнули, она пошла, даже на патент можно ее подать. И патент, пендинг, и патент на дизайн, я имею в виду. То есть на изобретение, конечно, это жесткий вариант, но на дизайн мы подали, и никаких проблем нет. Потому что китайцы, они тоже не знают, пойдет он у них, не пойдет. Все, никаких проблем нет. То есть вы можете развивать свой бизнес именно таким образом. Так. Что еще рассказать? Жень, ты здесь? Здесь. Сейчас я тебя добавлю тогда. Ты видео будешь включать, не будешь? Я не буду. Так. Что еще рассказать? Жень, ты здесь? Да. Так, пожалуйста, поставьте плюсики. Женя, слышно? Слышно меня? Так. По вопросам позже мы вдвоем с Женей ответим. Женя – это мой напарник по консультациям, обучению. Думаю, многие его знают. Евгений Лунин его звать. Вот. Сейчас он расскажет. Я надеюсь, слышал, что я рассказал, чтобы не повторяться 10 раз. Я как раз с мыслями соберусь, может быть, что-нибудь еще. Все, Жень, можешь приступать. Угу. Я сейчас тебя видео просто подключу, чтобы ты будешь трансляцию экрана делать. Не буду. Все, вопросов нет. Давай, приступай. Так, ну, Денис много рассказал уже чего. Я расскажу как бы
может быть, некоторые вещи будут те же самые, но другими словами, и, может быть, немного другого такого подхода. Что у меня как бы есть такие критерии, когда я начинаю такой поиск или выбор товара. Это основные два критерия. Это товар должен быть нужный, и товар должен быть качественным. То есть эти такие критерии, нужность товара для меня очень важна, потому что бывает, попадаешь в такие ниши, которые конкурентные довольно-таки. И если этот товар нужный, то самый худший вариант, который может быть, ты его отдашь в ноль. Потому что он нужный, ты можешь снизить цену, и у тебя все равно его раскупят. А если товар такой, как говорится, на развлечение какое-то, то есть вопросы. Много людей, когда у них какие-то трудности, какой-то произошел, в стране какая-то непонятка и так далее. Пример, скажи, нужного и ненужного, чтобы было понимание, потому что у меня есть товары для вечеринок, там, например, он, можно сказать, что он нужный, а можно сказать, что он вообще бред какой-то, или там... Но товар для вечеринок – это не очень нужно. Ну, согласен, я из-за этого тебе и говорил, но одно дело для вечеринок, а другое дело для допустим, Хэллоуина. Для похудения, скажем так, товар для похудения – это нужный товар. То есть похудение, допустим, я люблю такие ниши, когда у людей какие-то есть проблемы, и они ищут товары, которые решают эту проблему. То есть, допустим, похудение, снижение какого-то веса или там… Они хотят увеличить себе какие-то мышцы, покупают какие-то приборы, допустим, если мы говорим о спорте, то масса людей ищет товары для такого там, для здоровья, для поднятия какого-то там тонуса или еще чего-нибудь. Такие нужные товары, которые, и особенно если это новинка какая-то, то всегда человек в этой нише, в нужной нише, они всегда хотят попробовать что-то новое. Например, дама, которая не помогла одна таблетка от похудения, все время ищет кто-нибудь какие-то другие варианты. То есть в таких нишах очень легко продавать такие нужные товары. Вот это такие как бы основные параметры. И есть еще такой момент, что ты смотришь на такую... Есть две стратегии выбора товара. Или ты хочешь найти товар, на котором быстро заработать какие-то деньги, потом бросить его, не вкладывать в него большие усилия. Или ты ищешь такой товар, который... Ты хочешь надолго иметь, допустим, на несколько лет. И, соответственно, ты смотришь ниши. То есть долгие товары – это такие товары, например, из стиля как радиоприемник какой-то. То есть эти радиоприемники, они были 5 лет назад, и еще 10 лет вперед они будут пользоваться спросом. И если в этой нише ты находишь товар, нашел какой-то классный радиоприемник, вложился в него серьезно, вложился в дизайн, там, он очень хорошего качества, сделал какой-то классный бренд, создал ему легенду. То есть такие долгие товары, в один товар можно направить все свои усилия, и потом он долго будет стоять, долго будет продаваться, в него наклепал отзывов там пару тысяч, что листинг стал очень мощный. То есть, и он долго тебя кормит. А есть такого типа товара, который ты его быстро завез, клепанул там какое-то небольшое количество, он взлетел, ты его попродавал, месяца 3-4, может 5, тренд какой-то упал или еще что-то, все, ты взял новый товар такого же типа, опять продаешь, опять, то есть зарабатываешь какие-то быстрые деньги и идешь дальше. То есть это две таких стратегии в поиске. Когда ты выбираешь, ты уже смотришь, к какой категории этот товар относится. И в принципе... На такие брендовые, долгие товары, на них как бы надо тратить очень много времени. Это надо бренд, может быть патент какой-то, может быть регистрировать торговую марку, надо сайт какой-то делать, надо на внешнем трафике каких-то социальных сетях, YouTube, Facebook и Instagram и все остальное, расширяться в эти все стороны, делать ему такую якобы иллюзию узнаваемости, которая со временем приведет на самом деле к широкой узнаваемости. Писать все эти видеоотзывы, какие-то отзывы блогеров и так далее. То есть это много тратить сил в один товар.
И, в принципе, это приносит свои плоды, но лично я не особо такое люблю, потому что это мне лично надоедает, знаешь, один бренд такой развивать. Поэтому моя стратегия больше много таких мелких таких товаров, которые один взлетает, другой хуже продается, третий еще лучше, хуже, и так они балансируют туда-сюда. И я все время стараюсь что-нибудь такое мелкое, но новое искать. И тут риски меньше. В одном большом товаре существует много рисков, которые по разным причинам этот товар может как бы упасть. Или его кто-то заблокирует, или на него негативы нагонят, и ты в него вложил уже все силы там и кучу бабок в гроб. Поэтому если в мой маленький, один из десятка, кто-то нагонит негативы и убьет по какой-то причине, то небольшая беда. У меня 9 штук держит меня. Я вместо этого одного убитого буду смотреть, или стоит его поднимать, или просто на его место поставишь новый какой-то продукт и так далее. Поэтому это вот такие основные как бы параметры, которые руководствуются на таком начальном этапе, когда начинаешь искать продукты. Ты смотришь эти ниши разные и определяешь, к какой категории относится. И готов ли этот товар, да, видишь, ниша хорошая, в ней конкуренция небольшая, но этот товар, надо в него вкладываться, чтобы здесь работать. Идешь туда. Если не хочешь, то смотришь в другое направление. И последнее время я решил попробовать новый вид как бы стратегии в поиске товара. Я решил пойти немного от обратного. Это не искать товар на Амазоне, который хорошо продается, а в первую очередь найти производителя, который производит хорошие товары. И уже у этого производителя искать те товары, которые хорошо продаются на Амазон. То есть и ради этого я недавно поехал в Китай, и я нашел ряд производителей, у которых огромные ассортименты. Но для меня самое главное было это то, что у них качественный продукт. Потому что очень часто бывает так, что очень много времени уходит на то, чтобы или найти этого качественного производителя, или сделать что-то, чтобы производитель тебе что-то сделал это качественно. Потому что Америка — это такой рынок, который любит качественный продукт. Второй момент — это как этот продукт преподнести, потому что часто очень встречаю, что обычный продукт дизайном и всякими маркетинговыми штуками преподносят как очень очень хороший продукт. Но на самом деле, когда берешь его в руки, то видишь, что это далеко от идеала. Поэтому вот это такие основные моменты. В принципе, за как бы мой опыт торговли на Амазоне, я понял такую штуку, что продавать можно в любой нише. То есть каждая ниша, в которой есть продажи, есть объем продаж, можно входить. Невзирая на то, что там есть какие-то старые такие продавцы, которые очень долго продают, там уже по 3 года продают, у них огромные листинги. Если ты входишь в рынок, где есть объем, где есть спрос хороший, и ты входишь с каким-то продуктом, как бы точно таким же, но совершенно другим, как говорится, новая модель или немного продукт, который покрывает все те же вопросы, но добавляет еще какие-то плюсы, улучшения там или еще что-то, и ты его красиво преподносишь, что ты спокойно конкурируешь с этими такими китами, как я называю. Но есть исключение, что вот я недавно общался с одним человеком, он мне показывал один продукт, который он хотел продавать. Но когда мы открыли нишу, там в этой нише продавало где-то 6 или 7 человек, и у всех были хорошие продажи, там по 150 продаж в день было. Но все эти 6 человек — это были бренды. Каждый из них — это был бренд, известный в Америке, который все знают. А больше никого не было, других людей. И это приборы такой из стиля, технический стиль электроники.
И, в принципе, в такую нишу я бы никогда не пошел, потому что среди 6 брендов один какой-то продукт какого-то непонятного производства какой-то другой страны, и я не уверен, что американцы воспримут так. То есть разница в цене там $10, стоимость этого продукта колебалась там от $100 до 80, где-то так, может. Некоторые были чуть больше 100, но где-то 80-130 где-то. Но и с чем можно было туда войти, допустим, $50, это низкая цена. Но на таких вещах я не уверен, что люди будут экономить и брать неизвестный какой-то продукт, а не бренд. Поэтому это такое исключение. То есть, когда в нише присутствует один-два бренда, но еще присутствует десяток или там хотя бы пять обычных китайских продавцов, как говорится, китайских товаров. Ну, я говорю, бренды ничем, бренды ничем не перебьешь. Я говорю, любое количество отзывов можно перебить. Любое. Но бренд никак не перебить. А если бренд с отзывами, ну вообще беда. Да. Можно у бренда забрать какую-то небольшую часть при условии, если помимо бренда присутствует еще много других продавцов, которые тоже продают. Но если одни бренды, то это дохлый номер, как говорится. Туда нечего входить. Поэтому, как бы, конечно, есть куча подводных камней в стиле этих патентов и тому подобных вещей, которые всегда сложны для нас, кто находится на расстоянии. Потому что вроде смотришь нормальный товар, 20 человек продает один и тот же товар, потом начинаешь продавать, и оказывается, что появляется вдруг через полгода торговли какой-то этот патент держать. Или кто-то, я себе тоже начинаю думать, что есть такие люди, которые находят патент и покупают этот патент у кого-то. Специально. И да, специально покупают тот человек, который имеет патент. В нише в этой продавали, допустим, полгода люди спокойно, и никто их не трогал. Тот патентодержатель даже не знал, что на Амазоне кто-то продает этот продукт. А один человек из этих там десятка, которые продают, он начинает искать и находит этот патент, находит этого патентодержателя и покупает у него этот патент, и потом возвращается на Амазон и говорит, что, ребята, мой патент, или, может быть, они могут просто, даже не покупая патент, договориться с тем патентодержателем, что тот будет ему давать какой-то процент от прибыли, а тот патентодержатель всем разошлет письма, что, ребята, покиньте территорию и так далее. То есть, поэтому эти нюансы все... Ну, это уже серые такие, уже более высокого уровня, то есть такая же борьба с конкуренцией, абсолютно. Ничем не отличаешься от другого. Поэтому, как бы, ну, основные такие, как бы, параметры — это продукт, качество продукта должно быть, как по мне, хороший уровень, за этим надо всегда следить. Это самое важное. Без этого основы не будет вообще. То есть качество, без качественного товара, неважно упаковка, неважно там все вот эти моменты в конечном итоге. В конечном итоге будет единственный последний блок. Это качество. Если, не дай бог, качество будет плохое, в супер самой дизайнерской упаковке, в самом дизайнерском цвете и всем остальном, в самом модном, там, я не знаю, как назвать еще, без качества товара не имеет вообще все это смысла. То есть это основание, это фундамент, который очень важен. Качество товара и качество листинга, маркетинга – это две такие вещи, которые идут рядом, как брат и сестра. Одно без другого невозможно. Поэтому, если товар качественный, листинг сделан тоже на пятерку, все четко, качественно. Ну, еще не забудь про новую модель. Вот если новая модель, тоже практически гарантирован отличный результат. То есть, вот если качественный продукт на Ави нормально, и модель новинка, то, как правило, это такой, я не знаю, там, очень большая вероятность успеха. Очень высокий уровень. Да, тут как бы, вот как Илья написал, что все как в обычном офлайн бизнесе. Все, вся та же схема работает. И тут иногда тяжело предсказать, почему один товар продается хорошо, а второй точно такой же товар по какой-то причине продается плохо. Почему на базаре у одной бабушки покупают хорошо яблоки, а вторая стоит рядом
точно такие же яблоки и покупают не очень хорошо. То есть нюансы существуют. Поэтому тут, как говорится, влияет и везение, и какая-то, может быть, карма или еще что-то. И... Нет, я думаю, бабушке место просто приторговано, и она продавец хороший, или выкладка нормальная. Я всю жизнь офлайном занимался, так что здесь, знаешь, вот это вот. Это. Не, ну, бывает, если бы это, знаешь, бабушке доброе лицо, а не вот знаю. Другое злое. Да, если бабушка был дедушкой, да, ему из этой серии. Нет. Много-много моментов, и офлайн сильно отличается от офлайна, на самом деле. На мой взгляд, я, конечно, может, ошибаюсь, но то, что я сейчас вижу, однозначно. Вот. И то, что ты сейчас говоришь, что однозначно это так и есть. Просто, может быть, это банально звучать, и это надо уточнять, потому что каждому там. Все понимают, что качество, качество, но не понимают, насколько это важно и что такое качество в конечном итоге. То есть для одного, там, я не знаю, качество – это там Bentley, я не знаю, а для другого качество – это BMW или там, я не, ну, что-то другое, например. То есть у всех понимание качества абсолютно разное. Вот, и за это тут сложно что-либо говорить. Просто в принципе, когда вот для меня лично качество – это когда очень долго особенно чего-нибудь ждешь, и тебе приезжает… И ты в руки берешь и чувствуешь, это дрянь. Ну, то есть, это не то. Я понимаю, что это неплохое, это нормально, но это не то. Так, по поводу выбора. Хотел еще рассказать, пока отдохни. По поводу выбора товара. Женя как раз рассказал, что я вот как раз паузу сделал специально по конкретике. Это выбор отталкиваться от производителя. Очень интересная тема. Он съездил, тем более, в Китай. Он сейчас зарядился, я думаю. Набрал буклеты. Уж не знаю, там, обманули его, не обманули, производитель, не производитель, потому что у меня многие знакомые там брали буклеты, им нравилось качество, потом говорят, поехали на ваш завод. И они сразу это сам. Ты, Жень, как, проверял их? Ездил к ним на завод? Не, ну ты что, смеешься? Это ну, надо было... Понятно, не, ну, только... ну многие, 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 когда выбирали именно определенные товары, они их находили и говорили, поехали на завод, и люди сразу, ну, китайские менеджеры сразу были в шоке от такого этого, потому что они... Ну и чаще всего такие же не производители и все остальное. Но это не столь важно. В любом на случае. На начальном этапе, пока у нас нет объема, мы можем работать с этими. Я согласен. Абсолютно согласен. Ну вот. То есть можно оттолкнуться от производителя. Абсолютно согласен. Вот. Есть второй момент. Это для меня лично сейчас, на данный момент, так как мы закидываем много удочек. То, что я все равно на данный момент. Отношусь как к Амазону, как к конвейеру именно тоже. Я не вдаюсь в какие-то там товары, не трачу на это мега времени. Все-таки пробую. Потому что реально одни товары заходят, одни нет. Здесь дело не в бабушках, не в приторгованных местах, не в выкладке, ни в чем. Не в сел даже. Потому что с одними и теми же листиками идешь. У нас уже пример. Вот на данный момент у нас пример. Два наших обучающих товара. Мы их выводили постоянно. Постоянно с аутовстоков. А сейчас не смогли вывести. То есть сейчас у нас на данный момент заторможка, то есть не те продажи, на которые мы шли совсем. И вот мы начинаем там думать, какие повлияли причины на это. То есть из-за этого там тот же самый листинг, там те же самые фотографии. Цена была отличная, стартовая, так же, как и мы раньше стартовали. Но вот два захода были великолепные, то есть великолепные, по-другому никак не скажешь. Там под 100 продаж, грубо говоря, в потенциале легко. Вот, мы даже до них не дошли, потому что нас товарных остатков не хватило. Вот, с огромной маржой, просто огромной, то есть себестоимость 6-4 доллара, продавали по 30. Вот, товар очень маленький, фи, соответственно, минимально. Вот, и третий раз мы его сейчас не зашли, сейчас мы... есть причина, почему это мы, то есть, делаем выводы свои. Опять же, свой личный опыт очень дорогой. Вот, и бывают такие моменты, и вот теперь так не будем делать, теперь вот так не будем делать. Там с вариациями поигрались, с отзывами поигрались, но не срослось. Не срослось по разному роду причин. Ну вот, и так как мы много тестируем товаров, мы много видим конкурентов. И на самом деле, когда люди в группе Проект X или еще где-либо боятся показать свои товары и так далее, ну до смешного доходит, уникальных товаров, ну дай бог, один из 100 будет. Ну это прям вообще, если какой-то действительно такой классный товар, оригинальный, интересный, дай бог, один из 100. А так, если вам интересно... Вон, в бестселлеры идите, по каждой категории пройдите, вы и так там 100, топ-100 не зря Amazon пишет. Это за глаза, там вся информация есть. И просто если у вас есть опыт, если вы понимаете, как анализировать, бестселлеры, ход-релизы,
там виш-листы или там что там у них. Все, и каждую подгруппу пройдите, и каждый месяц это делайте. И вы наберете такое количество товаров, что просто огромное. Просто это рутина, это вы будете тратить очень много времени, сил. Вот. Есть специальные программы типа сканера, типа там у Jungle Scout есть, не помню как называется, который ищет товары. Я считаю, это больше все-таки автоматизация для более профессиональных, когда им надо именно поток настроить. Там идеальных товаров сложнее найти, но по критериям товары хорошие можно найти. Вот, именно, опять же, для того же потока. Ну вот, и когда мы много товаров запускаем, мы по факту, помимо того, что мы можем найти в бестселлерах и погрузиться в эти ниши, под ниши, мы начинаем лучше разбираться в своих категориях. Потому что как бы там, какой бы опыт ни был, сколько ты товаров не прогонял, особенно чужих, ну, реально невозможно. Почему я почасовые консультации не люблю? Невозможно вообще понять человека. То есть товар, человек, я не умею, я не знаю, как это делается. Можно подсказать технически какие-то действия, базу можно, но вникнуть, какой бюджет у человека, какие товарные остатки, какие у него планы, что он хочет с этим делать. То есть он хочет знания получить на этих остатках или его слить, вернуть свои деньги и убежать отсюда. То есть надо понять человека. А человек бывает чаще всего сам не знает, что хочет на самом деле. Он бы и хотел, если бабки шли. Ну а если бабки не идут, лучше вернуть деньги. Ну а если пойдут, я все равно, я с удовольствием поторгую. И вот такие моменты очень сложно работать. Вот это надо на длительном промежутке времени, тогда уже будет понимание. Ну вот, и когда мы вот эти все товары запускаем, и мы уже хорошо знаем ниши, и как вот глаза открываются, думаешь, блин, ну ты вот смотрел, а что ты вообще о чем думал? И начинаешь смотреть там вот это 1, 2, 3 вот эти конкуренты, начинаешь заходить к ним в магазины, анализировать их остальные товары. И там помимо бестселлеров, хот-релизов, огромное количество товаров. И у некоторых просто дух сводит, просто думаешь, ты в порядке, а потом посмотришь у человека, у него там, я не знаю, там 50 бестселлеров, и ты просто в шоке, ё-моё. То есть, и люди есть четкие, которые прям вот именно под производители, которые очень строго работают с аккаунта, у них все под одной маркой, и они там торгуют, там, я не знаю, там рефрижерейт фильтр, например. Там зайдешь, и у них там 50 этих фильтров, и непонятно, там у Whirlpool патент, у тех патент, у этих патент, как они торгуют под своими марками. Наверное, роялти платят, я не знаю, но это другой уровень. Это не наш уровень, есть свои сложности. А если, например, мы зайдем к другим таким же, как Женя говорит, там, крупным продавцам, так скажем, там совсем другая история. Там, может быть, люди именно вот типа нас, те, которые берут просто хорошие товары, которые именно по тем критериям, которые я вначале рассказывал, просто их отсеивают и классно продвигают. И у них даже не то, что можно содрать эти товары, просто брать по этому магазину. Я просто реально, у меня вот есть сейчас конкурент в одной нише, я топ-2, он топ-1. Я просто вижу там 3, я не знаю, 7 девятых или 9 десятых товаров я знаю. Я их уже запускал ученикам, себе и так далее. Вот, просто настолько все по тонкому льду ходим, то есть все одним и тем же торгуем. Но он там уже там, 5 тысяч бестселлеров, 2 тысячи бестселлеров, где-то бестселлер. То есть он не какой-то там невероятный там продавец, но он уже серьезный продавец, то есть он прошел этот путь намного раньше меня, и у него уже гораздо больше результатов, и мне вот с ним интересно побороться, посмотреть, что он делает, какие методы. Ну, когда, конечно, вот этой грязи нет, чернухи. Потому что очень много, к сожалению, чернухи. И чем дальше, тем больше становится. Не могу сказать, но она есть. Вот, и о том, что бояться этого не бояться, ну, достаточно редко с этим сталкиваешься, как бы там ни было. То есть, вот из сотен товаров, может быть, там несколько процентов, кто на эти грабли наступал. Больше таких же рисков полно и с патентами, и с торговыми марками, и с хеджекерами. Ну, то есть, везде какие-то есть моменты, связанные с этим. Так что мой совет... Если искать товары, это то же самое, идея. Вот бывает, просто застопорился, вот стоишь, забейте на это, идите, есть, я не знаю, Томас сейчас работает, не работает, не знаю, миллион лет о нем ничего не слышал, а только письма мне там что-то рассылает, в рассылке смотрю. А так это Facebook-группы обычные по раздачам, наша группа по раздачам. Посмотрите просто для идеи, чем люди торгуют. Ничего страшного нет. Что они этим торгуют. Вы просто для общего развития. Посмотрите нишу, посмотрите товары, посмотрите бюджеты и все остальное. Фотографии. На все внимание обращать, потому что все нюансы, которые в
продвижения работают, это совокупность факторов. Хотя, вот я говорю уже, момент, что уже отработанный товар, уже рестарты делали. И вот какой-то момент, какую-то совершили ошибку, есть подозрения какие, но опять, то есть это, чтобы облажаться серьезно, надо ряд ошибок сделать. И вот мы высчитываем, какие ряд ошибок мы сделали. Есть моменты, связанные с выбором товара. Это как раз вот эта вот полезность. Но полезность тоже разная. Если мы откидываем сезонные товары, трендовые товары и все остальное, полезность нельзя только рассматривать там, по здоровью, например. Или нельзя рассматривать исключительно, что мы их в любом случае продадим. Но на это надо упор делать тоже. Для меня больше не полезность важна, а долговечность. То есть, насколько этот товар будет потребляться всегда. То есть, там, точилка для ножей, там, ложка, стакан там, и так далее. Вот, чем товар, который там менее-менее, так скажем, востребован. Ну, вот такие я, наверное, сказал бы моменты. Жень, что есть добавить или на вопросы будем отвечать? Ну, давай вопросы по ходу будем добавлять. Так, давай вопросы. Я добавлю, что как бы есть простая как бы штука такая, что просто можно в каждой нише определенно найти хорошего, в каждой нише есть хорошие продавцы. Ну да, из списка бестселлера зайти дальше. У себя в ассортименте. И просто следя за этим продавцом, какие товары он вводит, можно просто все понимать. То есть они проделают эту работу. Они не вводят хорошие продавцы, не берут лишь бы что. Они не таких мертвых товаров. Они берут хороший товар, вводят и все. Заходишь к ним в магазин, смотришь товары, которые он только недавно вводит, и все, вот тебе поиск товара. Они проделают эту работу. У них есть механизмы уже годами проработанные. Ну, я из-за этого говорю. То есть, если нужны идеи, это Facebook-группы или сайты по раздачам товара. Если нужны товары, идите хот-релиз, бестселлеры Амазона, посмотрите там. Я на данный момент отбирал товары таким образом. То есть это можно делать раз в месяц, потому что ниши меняются. Я отбирал таким образом. Те товары, которые я знаю, я уже не беру, чтобы времени тратить. Я брал именно те, которые не знаю. Из тайтла выдергиваю главные ключи, вставляю, соответственно, поисковик и анализирую нишу. Все. Ничего там такого нет особенного. Если у вас, вот у нас есть инструмент в виде таблиц, если у вас есть какие-то другие инструменты, вот, но если этого ничего нет, то этого вполне достаточно, чтобы рутинно проводить работу. То есть я вот сейчас вижу, это именно бестселлер Hot Release и заход в вот эти же хорошо продаваемые товары продавцам. Чем они еще торгуют? И реально у меня есть как минимум один сейчас продавец, по которому можно просто идти там, я не знаю, полгода. И второй момент, это очень тоже важный, только Женя сказал это как бы в начале, а я